Всем привет, ребят! Сегодня у нас будет очередной обзорчик на очередного героя, который я буду готовить на архидемона. Это у нас будет вот такая вот медуза. Герой очень интересный. На 12 скилле у нее открывается еще дополнительно замедление. То есть, помимо того, что она станет там обездвиживает, она еще и будет замедлять неплохо. Сейчас скажу, на сколько процентов. На основе она у меня уже вкачана на 12-12. Вот десяточка. Тут уже дополнительно она замедляет на 50. То есть это хороший бонус. Какие талантики? У меня стоит сейчас Бог войны. Я буду его менять, скорее всего, на новый талант. Ну, просвещение, потому что я ее сейчас буду эволюционировать, делать ей аугментацию, прокачивать. По талантам, ну, основной талант, как бы, обычно это ремка, психощит, либо оживы рунами. Потом можно Бог войны, бастион, грубая сила, новый талант на увеличение урона тоже ей неплохо зайдет. Также у меня есть железная воля на ней на основе. И тут я тоже думал железную волю прокачать. Посмотрим. Для PvP локации, для лабиринта. Где ее использовать? Ну, основное ее назначение это как бы PvP локации, архидемоны, разные боссы. Раньше ее неплохо было бегать на атаке фортов, но она очень быстро сносится. Статы у нее, скажем так, не особо большие. Поэтому она сносится очень легко. Но зато если она попадает в цель, то там немалый урон получается. И она обездвиживает. Кто смотрит атаку фортов, например. Ой, не атаку фортов, а лабиринт, как я прохожу. Она у меня в основе всегда стоит. Также на PvP локациях. Вместе, например, с Леди Лео. Она очень неплохо себя показывает. Так, ну по талантикам рассказал. По питомцам разнообразные питомцы. На отхил, на можно слона ставить. Что по чарам? Давайте сейчас я ее эволюционирую. Сделаем вторую эволюцию. Немножко подкачаем. На скилл у меня пока кхшек не хватает, поэтому скилл я попозже чуть-чуть вкачаю под архидемона. Очень много надо кгшек на скилл. Вот, например, вот такая вот сборка. Рунами ставить ей ремочку, если у вас есть. Артефактом, например, я часто использую меч молнии из-за того, что оно дает и уклонение, и скорость движения. Можно также поставить крит. Давайте сделаем ей сейчас аугментацию. Прокачаем. Я расскажу, что можно ставить по чарам. Вот 20 уровень у нее уже есть. Так, ну тут будем за повторные карты улучшать. Потому что мне камни нужны будут на 11 скилл. Вот, допустим, ей можно ставить приспешника, если это будет архидемон, дополнительный урон. А сейчас она особо нужна на архидемонах с отражением новыми, которые есть. Там надо максимум обездвижить и застанет, заморозить. То есть я для этого ее как бы и качаю. По чарам, что вообще можно ей ставить, сейчас вам покажу. Неплохо на ней смотрится доспех, так как он добавляет жизнь, но он не особо, чисто ради жизни, чтобы она дольше жила. Неплохие передача энергии, который будет увеличивать урон, также замедлять. Потом безмолвный выстрел, по-моему, если я не ошибаюсь, плюс одна клетка для PvP локаций. И неплохо смотрится победный выпад, плюс 25% урона. То есть можно собрать ее на максимальных дамах. По созвездиям я сейчас буду ей ролить крит.
для того, чтобы она чем больше критовала. Потому что я хочу ей поставить грубую силу вместо БВшки и поставить новый талант, если он будет. Но это уже попозже все будет. Так, пятерка, пятерка. Отлично, сегодня пятерки ролятся. Жесть. Самый, наверное, удачный роллинг крита на китайке, что был пока что. Так, ну уклонение не надо. Она у нас особо уклоняться не будет. Так, точность жизни. Нет, не хочу. Хочу все на PvP собрать. Так, урон тоже не нужен. Просто имбовые падают эти. Так, отлично. Ну, давайте еще за 1950 ударим. Потом сделаем ход конем, добьем. Так, ну вот у нас есть 5 критов. В принципе, этого будет хватать. Мы еще и прокачаем дополнительно в судьбе. Так, вот такая вот сборочка. Питомцем поставим пока Рудольфа, чтобы снимал негативный эффект. Как действует, в принципе, вы знаете. Она станет и забирает энергию. Бьет, конечно, зонально. Вот смотрите, пока первый скилл. Урон, в принципе, видите, настолько. Даже с первым скиллом она нормально бьет по области. Если у вас будет PvP-локация... Так, это мы немножко не то выпустили. Давайте вот тут вот на Фрей попробуем. У Фрея, к сожалению, не попало под действие ее чар. Также ее часто используют, использовали, сейчас уже не используют, есть другие герои на арене, тоже неплохо смотрелось, замедляла героев, там урон у нее неплохой. Но сейчас нас тут стрелок ушатает. Жизни у нее, я еще раз повторюсь, не особо много, поэтому живет она недолго. Что с Римкой, что с ПВПшным вариантом, даже если вы бастион поставите, в принципе, ничего не поменяется. Так. По чарам рассказал, поэтому рассказал. Давайте сейчас и еще качнем скилл на 11 сразу. У меня, по-моему, там позволяют. Новый герой просто не дает минусу бить. Он вообще никому, по-моему, впереди не даст бить. Вот Огнекрыл с 11 скиллом сразу бьет. Как видите, 3 цели. Там Фрея просто отдыхает. Так, идем в судьбу. Так, я не помню, где там она, в какой части. Сейчас найдем. Так, а вот она. Вот медуза наша. Так, нам не хватает значков почета. Окей. Книжки, как видите, у меня есть. Я качаю героя до 200, а потом только перевожу на эволюцию. Благодаря этому у меня копятся книги, и я могу себе позволить качать дальше все больше и больше, потому что у меня значки почета практически всегда идут в плюс, благодаря тому, что докачиваю героев. Так, есть. Поехали дальше.
К сожалению, тут еще герои не все прокачаны. Ну, хочу в дальнейшем прокачать всех на 12-е. Камней как бы у нас хватает, но у нас вопрос. С прокачкой всех героев, поэтому некоторое время придется мне помочь-то с 11-ми. Ничего себе. Рая сразу Минаса ушатала. Ну, не знаю. Минотавра, конечно, шатают первым. Так, есть. Качаем дальше. Так, надо пропускать расстановки, где есть юниты, а то это будет очень долго. Нам надо набрать почти 5 миллионов золота. Так, есть, поехали. Еще один заходик и посмотрим на ее изменения уже. Нам сразу же даст второй скилл. Надеюсь, я к архидемону успею. То вчера я пропустил, к сожалению. Так, есть. За карту улучшаем. Вот так вот. Вот она у нас уже. Двадцать четвертый. 11-й скилл. Я уже ее потом до 200-го докачаю и поставлю им вторым талантом грубую силу. Вместо просвета, а потом просвет тоже поменяю. Была ремочка, я все-таки поставил просвет. У меня ремок рунами здесь уже хватает. Вот у нас сразу стал второй скилл. Вот так вот она бьет несколько целей сразу. Поэтому для начальных аккаунтов он герой очень-очень полезный. Будет особенно для PvP локаций. Если у вас будет она еще первая включаться, можно там Купидона, третью ремку поставить. В принципе, будет очень хорошо помогать. Вот смотрите, видите, да, она сразу три цели атакует. Ну, сейчас ее тут убьют. А вот Огнекрыл сейчас будет просто всех шатать. Это просто жесть, что с него сделали на 11-м скилле. Это просто огонь, ребята. Пофиг, все. До свидания, череп. Вот так, в принципе, такая вот прокачка. Показал вам, что надо качать, как качать, куда использовать, рассказал. Буду понемножку рассказывать про героев на Архидемона и прокачивать. В итоге буду показывать уже вам на Китайке отдельно прохождение Архидемонов тоже с разными героями. Все, пишите.